Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Бревланд Визард. Так, ну что, у нас впереди какой-то монах стоит. Здесь можно, в принципе, повоевать. Но я, наверное, пойду все-таки сюда попробую. Земля, огонь, воздух, вода. Только наш орден магов стихий хранит традиции баланса. Шаман Чук-Чук завладел опасным амулетом и обрел великую силу огня. Мы должны остановить его. Но я слышала, что раньше за традициями баланса следил Аватар, могучий маг. С возрастом он потерял интерес к нашему ордену. Говорят, здесь не обошлось без пятой стихии – магии любви. Так, оу, это элементалисты присоединяются ко мне. Слушай, ну это уже хорошо, поэтому я, наверное, пойду и попробую нанять монахов. А по-моему, у нас по фулке. Если я не ошибаюсь, конечно. Сейчас проверим. Слушай, я могу... Могу? Вот теперь точно, монахов по фулке. 6 из 6. Так что бедным крестьянинам, я думаю, этим сейчас не повезет. Погнали, мы их сейчас будем разносить к чертовой бабушке на кулички. Эти джунгли просто ужас. Жара, змеи. Лучше бы я остался на ферме. Кормили так хорошо. Ничего. К статуе вечно тащатся пилигримы вроде этих. А у них всегда будет деньжата. Слабое утешение, но работа есть работа. Будем трясти деньги с простаков, пока солнце не сядет. Работай, негр, да? Солнце еще высоко. Ну что же, давай проучим этих сопляжуев. Они, видите ли, решили с нас джинджат поиметь. У нас элементалист есть. Ну что, монах, пойдем потихоньку, наверное. Так, что? А, у нас луч. Да ё-моё, как он меня раздражает, когда он бежит, сломя голову. Опа, кузнец. Так, наверное, я сделаю вот так. Кузнец, ты, блин, ты до него не достаешь. Жаль, жаль. Так, отвянь. Элементалисты решили, да, мне помурыжить. Ух ты, двойная атака. Ну-ка, монах. Шикарно. Так. Как вас там, пристав вызвать? Жрецы? Наверное, жрецы. На тебе. Я выхожу. Кузнец против крестьян. Промахнулся. Ну, действительно, ребята, он еще даже не умеет толком луком-то владеть. Что нам сделать? Давай сюда. Опа. Заблокировали, да, сами себе. Шваркаем. Удар. На, добивка была отличная. Так, ты опупил, что ли, а? Я не понял. Так, элементарист, ушатай ты этого. Блин, нифига не получается. Пока не получается. Минус крестьянин. Блин, хотел сказать минус лучник, но не допил еще, к сожалению. Куда ты лезешь? Так, элементалист, добей, пожалуйста. Другое дело. Так, ну что, он... Здесь, ребята, все, ребят. Мы выиграли. Так, награда 305 монет. Никого не потеряли, поэтому чистый доход. А что у нас здесь? Похоже на какой-то древний гоблинский тотем. Руны говорят, что он наделяет обладателей особыми силами. Так, обелиск вам дает один к стойкости. Спасибо. Так, а это у нас что такое? Наем? Или не наем? Купить. Купить. У нас пояс... Блин, а у нас пояс уже был. А, ну этот будет получше, да? Так, это дает нам атаку, но минус защита. Это дает защита и плюс 10% физической защиты монахам. Одеваем. А этот продаем. Ну что, кого пойдем, голема бомбить или... Или волков? Слушай, там элементалисты стоят. Давай, наверное, волков для начала. Тут что-то у нас свиток какой-то. Не знаю, что за свиток. Опять волки, их численность хоть кто-то контролирует в этих краях?
Да, похоже, нет. Будем мы контролировать теперь численность волков в этих краях. О, и эти духи опять. Почему они здесь? Почему они здесь находятся? Объясни мне. Они же эти. Как объяснить-то тебе? Так, что... Вот это что у нас такое? Не помню. Но мы с тобой лучше возьмем, наверное, сосульку. Сосулька замедляет. Так, монах. Защиту, да, сделал? Отлично. Выходим. Кузнец. Так, ну-ка. Нормально. Да, бомбят, конечно, они. Ох, как хорошо. Надо было монаха выводить вперед все-таки. Ну-ка, звездани ему. Больно кусается. Так, у нас есть молния. Подожди секундочку. Добьешь? Красавчик. Ать. Боятся элементалисты, я смотрю, боятся они. Раз оттуда аж сюда прилетел, чтобы его подбить. Так, ну-ка, волчару в минус. Все-таки элементалист у нас, получается, будет посильнее, да, чем этот дух. Судя по атаке. Ну, а монах вообще какой-то топовый. Топовый чувак. Так, ну что. 276 монет. С учетом отхила. Так, и что же у нас здесь? Заходите, гости дорогие. Угостить вас чаем с мухоморчиками. Да, вижу, вижу. Не затем пришли. У моей сестрицы были. Деловая стала. Открыла свою палатку предсказаний. А я все одна да одна. Захаживал ко мне тут один маг. Лет 20 назад. Ох, да. Одна книжка от него осталась. Купить. Купим, конечно. А что за книжка там такая, интересно мне знать. Где ее можно посмотреть? Или книжка это у нас оружие? Подожди секунду. Нет. Так, у нас нет очков? Нету. Наверное, книгу... Не знаю, что за книгу мы получили. Ну, купили мы ее. Так, хорошо, пошли тогда попробуем голема запинать. Тум-тум-тум. Спокойно, это Берси. Хватит, малыш. Дай нам пройти. Тум-тум-тум. Крушить. Извините, это не Берси. Созданный при помощи магии массивный каменный воитель. Такой ошибочка, да, говорит, вышла. Это не Берси. Так. Вот это что ли мы с тобой получили? Поставим сюда защиту. Так, ну что, монах? Нет, пока постоишь на месте. Идут два голема. Так, монахи, вперед. Молнию давай. А, поздняк. Так, этих духов надо пока приструнить чуть-чуть хотя бы. Ага. Как всегда, им не нравится. Так, подожди секундочку. Что же нам? На. Ух, как бомбашит голем-то. А ты посмотри. Блин, эти еще духи тут. Элементаристов валят, а? Ты посмотри. Жалко, у нас нету какого-то, я не знаю, элементариста. Нужно, по идее, призывать хоть кого-нибудь. Так, монах, в принципе, сейчас ушатает одного голема. Да, в принципе, вот так вот, да? На, по башке тебе молотком. Так, четверо их осталось. Но тут серьезный поединок. Три. Ну-ка, дай-ка я этому... Душарь, пробью душу.
Как-то, блин, против лучников големы вообще стоят как каменные. Фиг пробить. Вот монах. Монах, конечно, здоровски бомбит. Минус. Так, давай-ка мы встанем сюда. Сосульку можешь закинуть. Отлично. Куда ты пошел? Куда ты пошел, тебя спрашиваю? На. Слушай, ну монах хорошо бомбит именно этих призраков. Так, здесь пропустим, наверное, ход. Есть. Так, ну что, 400 монет в плюсе. Что у нас тут? Наем, наверное, можно, да, делать? Наше общество закрытое, чужаков мы не пускаем. Впрочем, сейчас времена смутные, и некоторые из наших магов готовы помочь вам, если им оплатят магические ингредиенты. Да, конечно, ух ты. Наносит урон и обездвиживает... Оу, это круто. Но мне нужны ребята-монахи. Ой, элементалисты. Это я куплю попозже. Так, ну что, я смотрю, здесь остается у нас... Чук-чук, или как его там звать, да? Зак-зак. Что он говорит? Кто-нибудь может разобрать? Глупые люди. На нашем языке это означает «стой, кто идет». Мы идем к Чук-чуку. Чтобы его имя не означало, он должен вернуть украденные книги. Хе-хе-хе, прямиком к великому Чук-Чуку. Одного такого умного мы уже оприходовали, теперь ваша очередь. Так, ну что, гоблины, короче, решили на нас тут. Злой и вечно голодный орк. Да ладно, это типа босса, оказывается. Пора их встретить. Ух ты! Ну-ка, монах. Блин, скорость получил. Как быть? Попробуем так сделать. Ага. Замедляют, ребят, замедляют мне элементалисты. Ну-ка, пробьешь душу этому? Двойная атака, ненавижу ее. Ненавижу двойную атаку, ребята. А он вырвался вперед. Добить сможем? Как с куста. Так, что же нам сделать? Крепкий малый, но я думаю, справимся. Так. Прощевики. Давай так сделаем. Может быть, еще сосулечку сюда шмякнуть. Ага. Не такой же он и Чук-Чук. Или как там, Зак-Зак, Чук-Чук. На. Ты серьезно? Да, круто мы, конечно, их наказали здесь. А по делам, нефиг выпендриваться. Так, давай-ка, монах. Так, сюда нам, наверное, нужно спуститься вниз. Ну ты прощевик, а. Достача счета. На, получил. Сейчас, подожди секунду. Так, осталось двое. Кузнец хорош, но ходит очень мало. Так, ну что, 352 монетки. Ну что, он дорался? Будет что-нибудь говорить нам, нет? Ничего не стал докладывать, к сожалению. Так, денег маловато, поэтому я еще пока ничего не куплю. Они ограбили меня, самого Полишинеля, великого натуралиста и путешественника. Злой наемник забрал книгу с заклинанием «Попутный ветер», «Арбалетчик рассеивания». Хм, по свежим следам мы сможем догнать одного из них, но другой, увы, сможет сбежать. Ох, накажите хоть кого-нибудь, а я пока начну собираться. В этих джунглях слишком много опасностей. А, тут выбор, либо-либо, да, друзья? Ну, я вначале пойду вон туда. А, тут нельзя сейчас, пока не сделаешь выбор. Ну, давай сюда. Блин, хотел наказать гоблина этого. Чёртовы книги! Как пользоваться этой магией? Так, сначала разберемся с погоней, а потом подумаем. А до этого что ты делал?
Не думалось тебе, да? Так, тихо, тихо. Ну-ка, монах, иди сюда. Что-то за хлыщ тут появился, я не понял. Кузнец тоже выходи. Молния ему. Для начала. Так, элементалист. Промахнулся. Косые, как я не знаю кто. Так, куда бежишь-то? Смотри, что творит, а? Вот и все, да выеживался. Птенчик. Давайте-ка. Будем потихонечку продвигаться. Блин, не нравится мне. Возьмут меня преимуществом, да? Количеством? Не позволю. Да чтоб тебе. Смотри, что творит. Да уроните хотя бы одного-то. Сейчас элементалиста мне уложат. Есть, отдыхает. Так, иди сюда. Плюс этого брать тогда. Здесь сделаем выстрел. Давай так сделаем. Хоп-хоп. Промахиваться. Это хорошо, что они не очень меткие. Ты от меня не уйдешь. Так, давай, наверное, возьмем. Вот так вот сделаем. Ага. В принципе, этому крышка. Да, вот лучники меня всегда вот этим убесили, что они отходят и после этого наносят удар. Минус. И минус, отлично. Так, сколько у нас там? 410 монет. Когда же уровень-то получим, а? Долго копится, очень долго. Вы получили заклинание «Попутный ветер». Увеличивает скорость отряда. Всего? Если всего, то это круто. Так, ну что, ребята, я, наверное, пойду к гоблину этого. Подожди, 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 подожди. Такие, как вы, вечно залезают в наши подземелья и мешают спокойно жить. Но теперь мы собрали огромную банду и отомстим всем грязным приключенцам. Твою налево, я хотел сходить и купить, блин, заклинание. Купил. Значит, в твои норы, говоришь, заглядываем, да? Постоянно вам мешаем. А не думайте, что вы нам тоже мешаете, а? Охламоны вы несчастные. Так, ну-ка. Ладно. Как же все-таки хорошо, что они промахиваются, а? Монах. Блин, этот жрец такой слабый, а? Очень слабый. Ну-ка, волка уложим? Нет, даже волка не уложен. То есть волки здесь довольно-таки серьезные противники. И в плане ХП, и в плане урона. Да. Надо было гоблина валить. Ладно, фиг с ним, сейчас ушатаем его. Так, монах, разберись. Вот монах здесь, по-моему, самый топ. Давай-ка возьмем сюда на опережение. Можно, конечно, было ледяную стрелу потратить, но зачем? Вот этот удар, конечно, крутой, который вот такой оплюха идет. Добьешь? Не добили, к сожалению. Все. Так, ну-ка. Ну, дал бы лучше бы ускорение бы нам. Все, ребята, уровень-то будет сегодня? Чуть-чуть буквально не хватает. Так, что у нас тут? Защитник, лучник и маг. Отличный отряд, чтобы ходить в походы и громить врагов. Правда, что-то сразу пошло не так. Наш лидер рейда пропал после первого боя, а маг оказался учеником. Веселее, ребята, зато мы сможем попасть в новую команду. Только в этот раз деньги будем требовать вперед. Так, добор, да, значит? Смотри-ка. Отлично, мы можем взять два кузнеца. Лучников.
И даже на эти хватает. Но зато теперь я не смогу купить артефакт, который продавался там. Ну, не артефакт, а заклинание. Но зато фулл команда. Так, смотри, у нас тут есть что? Лучники стоят и мешают. Здравствуйте, приплыли. Грабь богатых, отдавай бедным, это девиз нашего отряда. И тысяча погибших толстосумов не стоит слезинки голодного ребенка. Налетай на богатеев, ребята. Это еще что за Робин Гуд, ё-моё, тут появился. Меткий стрелок с равнинных земель стреляет. То есть это уже не тот, да? Непутевый, который у нас не может попасть. Ну-ка. Защиточку мы получили. Ну, сейчас посмотрим, насколько он... Прилично так звезданул, ребят. Ого. Так, сейчас волка надо убрать, потому что если он сейчас подойдет сюда, к нам будет паршиво очень. Ну, молодец, кузнец. Сейчас помогу. Так, поехали теперь этих лукарей валить. Че так мало, как-то мало ходим. Ну-ка, птичь. Вот так вот сюда встанем. Ах ты, ну как всегда, ну естественно, ребята, естественно, он будет отбегать и стрелять. Только одному, ребята, можно, оказывается. Я думал, что на весь отряд будет действовать, но нет. Готов. Так, сейчас мы... Ну, этому крышка, по-моему, да? Кузнец сейчас добежит. Окей. Так, четверо. Двое. Ну что, монах добьешь? Красавчик. И уровень, друзья мои. Уровень мы получаем. Три новых очка таланта. Так, итого у нас четыре. Что же нам прокачать? А что это такое? Стрелки контратакуют без штрафа. Стрелки контратакуют. А, это если в ближнем бою, да, я так понимаю. Удваивает шанс критического урона стрел... Вот это вот надо. Крит, это хорошо всегда. Так, вот теперь я могу себе купить заклинание сходить. 600 монет у меня есть. Этого более чем достаточно. Блин. А тут армия что, не восстанавливается? У меня же было по фулке все. Что-то не понял. Ну-ка, подожди секунду. Упс. То есть армия наша не восстанавливается. Вот это беда. Тревога, нарушители, кто-нибудь на помощь? Прочь с дороги, мы не тронем вас. Ой, нет. Великий Чук превратит нас в гриб или букашку. Нет, в бой. Естественно, в бой. Хитрый обитатель лесов и пещер. Хитрый. То есть, ребята, вы поняли, да, что нам нельзя вообще здесь погибать. Мы теряем бойцов. Я думал, что они восстанавливаются. Но, видишь, это не так. Это все не так. Ну какая защита? Ну твою налево, ну... Оу, сразу волка ушатали. Неплохо. Так, смотри, что творят. Так, монах, ну... Что там? Он ускорение взял. Добьем волка. Добьем волка, сюда стрельнем. Так, дай-ка кое-что сделаю. Вот так вот. По делам ему. Ушатаешь? Красавчик. Так, монаха, блин, не хотелось бы, конечно, потерять. Отличненько. Блин, неужели потерять?
поехали. Хочу воспользоваться. Стреляй. На тебе. Ну, этому крышка. Окей, отлично. Так, здесь у нас что получается? На, все. Ни одной ревет потери. Ни единенькой. Отлично сыграли. И вот теперь... А это кто такой? Это есть Чук-Чук, что ли? Не? Вот сюда нам нужно. Я возьму этот заклинашку, которая обездвиживает. Отлично. Теперь мы можем обездвиживать противников. Так, вот здесь смотри. У нас два варианта. Так, пойдем, наверное, сходим на волков. Вот этих там что-то наверху у нас, не знаю. Что-то такое есть интересное. Огромный черный волк. Прекрасный представитель дикой природы. Истинная грация. Что-то этот милый волк скалит зубы. По-моему, он голодный. Ну, сейчас мы его накормим. Твою налево, опять эти душары. Ну что ты будешь делать? Защита на кузнеца. Тихо, 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 не надо страх тут нагонять. Угу, одного волка мы убрали. А, вот у нас как. Просто проверим, как это работает. Ну-ка. Минус волк. Так, кузнец, давай выходи. Что у нас еще там есть? Ту-ту-ту-ту. На монахе защита стоит? Нет? Теперь уже стоит. Выдвигаемся. Все-таки одного шваркнули, да, мне? Одного монаха все-таки мне шваркнули, а? Минус волк. Да я его бомбану, достали уже тут. Не достаем. А сосулька? Сосулька достанет. То есть элементалист теперь может у нас... врагов, чтобы они застревали. Так, и что же тут у нас такое? Я доброе божество и могу даровать удачу в бою, но, к сожалению, мои принципы запрещают это делать бесплатно. Получить удачу в бою за 400 монет. Благословение божества дает вашей армии 25% урона в следующем бою. Ага. Как вы посмели разгуливать по моим землям? Я обменял у странника древнюю книгу на мощный амулет. Теперь я самый могущественный в этих лесах. Книга? Что за книга? А мне почем знаете, думаю, редкая штука. Он давно упрашивал меня выкрасть ее. Ладно, хватит болтать, сейчас я испепелю вас. Ох, как мне нравится моя новая волшебная игрушка. Теперь я настоящий маг. Ну давай посмотрим, какой ты там... Ух ты. Властолюбивый повелитель орков и гоблинов. Босс, магические выстрелы у него. Ух. Будет серьезный поединок, ребята. Судя по всему, урон отряда всегда максимален. Два хода. Проверим. Что? Повышает, блин.
Так, здесь наверняка ловушки, ребята, будут. 100% тебе говорю. Что тут делать-то? Давай этого, наверное, попробуем вальнуть в первую очередь. Ты глянь, что творит, а? Готов, хлопчик. Я не вижу, чтобы он был всегда максимален, блин. Но они наверняка сюда не купятся, да? Не пойдут. Или пойдут? Надо проверить. Хорошее зелье выпало. Так, надо этого... Ух ты, ё-моё, сколько у него там... Сколько у него там здоровья? Что? Еще не легче. Да ну нафиг. Я хотел взять эту пробирку. Тут еще элементали вызывает. Зашибись. Твою налево. Так, надо с этим что-то делать еще. Двойной урон. Опа. Попался. На тебе. Я думал, что они не купятся на эту фигню. Купились. Как ни странно. Так, элементарист давай добьем. Да, очень большие затраты. Очень большие, просто огромные у нас. Ну-ка, давай, монах. Есть. Монах-красавчик. Ё-моё. Блин, 5 лучниц завалили, а? Шаман выкрал книгу из библиотеки только ради одной из них. Ну какой? Странник явно разбирается в магии, раз передал шаману такой сильный амулет за эту книгу. Нам нужно выяснить, зачем странник заполучил ее. Может, он обитает в том храме, который виднеется дальше. Хм, взгляни, среди вороха бесполезных украденных книг я нашел эту. Вы получили заклинание разрушения брони. Так, а впереди у нас какой-то энд поджидает. Хм. Обязательно с ним разберемся. Так, ну сначала нужно нам прикупить армию. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что на этой ноте, пожалуй, будет справедливо закончить сегодняшнюю серию, но обязательно увидимся в следующей и продолжим играть. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.